Сегодня у Гомеля утворена областная выборчая комиссия по проведению выборов президента Республики Беларусь. Ее колькостный персональный склад затверджены на суместном посяджении облвыканкама и президиума областного совета депутатов. На место областной комиссии претендовали 24 человеки. Большасть из них была вылучена политическими партиями и громадскими объединениями. Трое от працовных коллективов, еще 8 громадян подали заявы по властной инициативе. Для этого им спотребилось собрать не менш за 10 подписаў у сваю падтрымку. Разам з тым, у адпаведнасці з выбарчым кодэксам, максімальная колькасць абласнога выбаркама не можа перавышаць 13 чалавек. У ходзе пасяджэння склад камісіі быў зацверджаны шляхам адкрытага галасавання. Пры гэтым галоўным прыярытэтам, які ўлічваўся пры зацвярджэнні кандыдатур, быў практычны вопыт работы ў выбарчых камісіях. Камісія сфарміравана сёння дастаточна опытна. Это людзі, многія з них уже прошли избирательные кампании, были, работали в комиссиях. Поэтому я думаю, что, имея опыт, знания, ну, главное, энергию, эта комиссия сможет выполнить поставленные ей перед Центром избирком задачи и обеспечит организацию избирательного процесса на самом высоком, самом достойном уровне.